Строители работают, не покладая рук. Уже в этом году детский сад должен принять 95 малышей. По проекту здесь должны появиться игровые комнаты, спальни, музыкальные, спортивные залы, современные игровые комплексы. На данный момент осуществляется строительство подпорных стен по территории объекта и возведение подвальной части здания. Ну, непосредственно возводятся стены второго этажа, кладку производим. И занимаемся инженерными коммуникациями, подводом тепла, воды, канализации. Детский сад будет представлять собой кирпичное здание в два этажа. Здесь разместятся 5 групп. Для самых маленьких горожан строители возводят просторные, специально оборудованные игровые залы. Большое внимание уделяют прогулочным зонам. Скоро на прилегающей территории появятся горки и качели, прорезиненное покрытие и теневые навесы. Для безопасности детей по периметру установят высокий забор и видеонаблюдение. Когда-то здесь уже был детский сад. История у него самая обыкновенная. Демографический кризис, аренда и долгий путь обратно в муниципалитет через суды и слушания. Всего за последние несколько лет в рамках городской программы во Владивостоке появилось 17 детских садов. Дошкольные учреждения либо построили с нуля, либо вернули в муниципальную собственность и реконструировали, как этот детский сад на Тунгусской. Екатерина Чернокова, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.